Стрим? Ну все, я начал. Всем здравствуйте. Играем в черный плащ на гараже. Альфарушин будет сейчас проходить. Историю мы все помним, что тут будет, поэтому давайте быстренько пройдем. I'm Dragon Disc. Я, кстати, так и не понял, почему мы называли в детстве так. Dragon Disc. Читается как так, называли диск. Да я называл CPU шрю. Ну ладно. Все нормально, там звук хорошо идет. Да, по-моему, да. Ну ладно. О, как мне свезло. Усы. Жизнь. Как интересно, надо бы тоже как-нибудь пройти. Как он говоришь, под сделан под ниндзя кот, под ниндзя котов в том уровне прям как в ниндзя котах, короче. Понятно. Ну ниндзя кот это да. Ты, кстати, проходил ниндзя кот сам? Да. Не сложная игра. Да, я просто в Дэнди не смог пройти. На эмуляторе только. В свое время. Летай! Вот тут вот так надо. Так. Я в тот раз, когда проходил, половину бонусов не нашел. Забыл, потому что где они находятся. Блин, Женя профукал. Звук. Ну да, крутится. А можно, кстати, было вот эту первую лестницу не спускать с неба. Я ее лестницей называю. Не спускать зачем? Ну, можно было с кружка, за который ты зацепился, сразу прыгнуть наверх. Блин, да я фиг его знает. У меня как своя тактика с детства. Я просто нюанс сказал, просто. Ну, нет-нет, я понимаю. Многие по-разному проходят. Тут действительно много вариантов прохождения. Ну чё, первого лоха всегда я так побеждал. Бананчик мне всегда прикалывал. Я в детстве очень угорал. Просто безудержно угорал от верхнего вот этого персонажа. Он такой забавный. Мне он всегда нравился. Ну все. Давай умираем. Что? Нет, я... Ничего. Да я играю просто. Чистая работа. Сейчас дадут жизнь. Нифига себе две жизни. Ну ладно.
Так. О. Ну тут я помню, где бонус. Гоу. Извини, прерываем твою миссию. Так, все нормально. ППС вроде не падает. Ой. Почему-то многие диснеевские локализации мультфильмов, именно Capcom, делал игры. Что Черный плащ, что DuckTales. Так, мне, по-моему, тут надо сохранить это, да? Стрелы. Чтобы бонусы забрать. Да. А, так. А. Черепашки сейчас будут. Чихающие. Больные, зараженные вирусом. Как я. Ну, я еще и кашлять могу. Вообще милота, да, игра? Какая-то такая, прям без лишнего, как в Зеленом Слонике. Хоть я люблю Зеленый Слоник, но тут вообще все мило очень. Вот детишкам бы я советовал в эту игру поиграть, конечно. Вместо всякого трэша. Говичок. О! Блин, ну ты замучил. Не мучи меня, пожалуйста. А, с первыми черепашками у меня трудности. Я буду мучиться в третьем туре. И буду мучиться... А, где там еще? Ну ладно, что ты ругаешься? Все норм. В чате недовольные уже появились. Говорят, ты чё? Зеленого слоника опять. И черепашки, говорит, опять первый пройти. Вот с первыми черепашками я говорю. Третий тур это говно. Вы будете смотреть, как я буду полчаса бегать по этому городу долбанному. И буду искать этого идиота. Блин, Level Runner, это кто, я уже не помню. Куни, ты помнишь, кто это? Level Runner? Да. Вообще не знаю, кто это. Не помню, кто это. Я вообще не знаю, кто это. Ты я помню, что, блин, кто-то был вчера буквально. Я вообще не знаю. Должен знать. Я помню, что это наш мужик. Бля! Как это так я? Нифига себе! Сейчас меня этот убьет, прикинь. Второй босс. Это будет вообще позор. Все будут надо мной смеяться, когда узнают. Все, позор не состоял. Так. Та-да-чи, та-да-чи, та-чи. Это Эстебан.
Ну да, я понял, что ты с тобой. Так. У него такой ник был на скайпе. Поэтому, Степан, здравствуй. Эстебан. Тебе привет передают. А я пока пошел в грязную, вонючую канализацию. Спасать мир. Кстати, их сложнее всего было спидранить. Кого? Канализацию. Я потому что пробовал эту игру спидранить. Да ну нафиг. В первом уровне там через черепах миллиметровые прыжки. Вообще миллиметровые. Ну я видел, как там некоторые стримят там Чип и Дейл первую часть. Ну его легче, наверное, даже. Они знаешь, как еще стримят? Они в режиме PvP стримят ее. Друг против друга. А, ну, рейс, типа. Ну кто быстрее пройдет? Я так понял. Ну да, там. А на Dendy Forever турнир, там, пацаны. Двое играют. Только блять. Ё-моё! Я слился, прикинь. Параша. Вот эта жизнь, я через раз ее беру и через раз умираю. Мне пойдут это нахрен. Уже начинается. Ладно. Все-таки взять эту жизнь или лучше туда не соваться? Попробую второй раз. Ну, Ну ты помнишь этот момент? Хреновый. Я всегда на нем почему-то. С первого раза не всегда получается, хотя в тот раз на стриме. Ладно, хорошо, давай, Стебан. О, прошел! Чисто причем. Давай. Давай, Стебан, пока. Залью. А! Да знаю я. Тачи, тачи. И справа. Так. Вороны. Вороны. Кроу же, да, ворона? Кроу. Ага. Блин, этот мужик мне. Так. Какой еще бонус, Эстебан? Ты чё? Давай, пока. Такие крокодилы важные. Мне не нравится, как они себя ведут. Блин! В этот раз я что-то столько нафейлил. Как Лаш Петр. Потом сразу еще одну игру попытаюсь пройти. Потому что... Не всегда получается... Блин, немножко прогружает. Не всегда получается один и тот же стрим два раза одинаково сыграть. То в одном месте нафейлишь, что на другом. То, блин, вообще не нафейлишь.
А сколько спидран идет? Поэтому. Это игры? Да. Я не знаю. Наверное, около того. Мне надо, короче, валить в РК, я там иду на не на орков, а на драконов. Ага, ладненько, давай, удачи тебе. Давай, спасибо. Ура, завалил. Следующие три тура. Так, вернемся к игре. Птички. Привет вам. Он прошел до половины уровня. Еще остался чуть-чуть. По-моему, наверх надо тут. Так, бонус тут. Так, теперь растение это. Блин, никогда не любил этого босса. Thank you.
О! Офигеть, да? Появился прям подо мной. Закончили с этим. Блин, это я забыл. Это я помню. Ах, немножко не хватило. Та-та-там, пара-ра-ра-ра. Пошли сначала. Чё? Нормально. Ох. Такс, тут чё у нас? Угу, вспомнил. Пинками меня угощать. Блин. Блин, получил тут долбанную фигню. Так. Чаточки. О! Опять. Па-ра-ра-ра-рам, па-ра-ра. Тут огонечек такой. Блуждающий. Блин, как бы не зафейлить-то? Блин! Мам! Ругаемся. Да, два тупых фейла таких чисто дебильных.
Ну, этого пройти-то не составит труда, я думаю. Ох, прошел. Не дадут ничего. Подох, потому что. Так, вот сюда. О, вот это грамотная музыка, конечно. Давай добьем уж его. Он не мучился. Так. Давай сюда. Так, сейчас. Так, тут у нас где бонус-то? Я уже не помню, если честно. Да ладно, фиг с ним. Блин! Как так? Ну ладно. В тот раз на стриме тоже так же здесь слился. Чё это было? Бред какой. Ужас. Надо будет как поаккуратнее. Два тупейших фейла. Thank you.
Так, с этим уродом мучиться я не хочу. Блин, что такое? Столько накосячил, блин, в этом прохождении. Ужас. Ну ладно, хоть. Надеюсь, в последнем туре буду играть хорошо. Так. Никакой жизни точно не дадут. Что лох. Так, идем дальше. Последний тур. Главное, сильно не опозориться. Та-та-та-та-та-та-рам. Слил все свои газ. Весь свой газ. На боссе, на простейшем. Давай заберем. Только уже отошел, уже появился снова. Прикол. Так, улиточку. Давай сюда. Откуда, где здесь бонусы? Кто помнит? Не помню. Блин, никак не могу вспомнить. Ну ладно. Так, тут будут морячки. Только тут чего? А, вот где-то здесь вот. О! Да. Нелюбимый бонус. Упади! Эх, не упала. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, о, терминатор. В детстве терминатор вызвали. Давай, иди. Ищи Сару Коннор. Давай, все. Иди в погоню. Так, увернулись.
Так, а с этим чего? Так, ладно, иди. Отдыхай. Газ понадобится. Так, оставим, пусть он тут прыгает. Я уже почти подошел. Вроде не зафейлил нигде. Газ. Ну что, 19 жизней у меня. Попробую. Уф, неужели с первого раза? Не ожидал от тебя такой прыти. Так. Та-дам. Офигеть. Все, прошел. Ура! Тащил. Потратил 5 или 6 жизней, играл как лох, но прошел. Нормас. Ура, все, прошел. Всем спасибо, кто смотрел. Никуда не уходите, сейчас еще одну игру буду стримить. Я не прощаюсь с вами.